В зале заседаний на Советской 48 состоялся круглый стол, посвященный обсуждению перспектив развития микрорайона Солнечный в Щелкове. Работа проходила в формате круглого стола. Участие приняли депутаты районного и городского советов, заместители главы районной администрации, руководители и сотрудники профильных комитетов и управления, а также специалисты предприятий, обеспечивающих водоснабжение территории. Обсуждение касалось целого ряда важных для жителей вопросов, в том числе о строительстве школ, автомобильного моста с выездом транспорта через улицу Заречную в сторону Фрядовского шоссе. Говорили также о благоустройстве территории, о транспортной инфраструктуре, прокладке инженерных сетей. Когда мы говорим, что у нас кабели проходят, к примеру, под детскими площадками, соответственно, а в бюджете городского поселения могут быть не заложены денежные средства на вывоз линии освещения, соответственно, у нас происходит необходимость либо менять адреса детской площадки, либо, в общем-то, находить какие-то компромиссные решения. Вот для того, чтобы не было таких моментов, мы настроены на комплексный подход. По итогу мы говорим, что будет создана рабочая группа под руководством управления экономики и управления архитектуры, те непосредственно направления, которые по своему функционалу должны сверху смотреть на ситуации и разработать так называемый паспорт микрорайона с его дальнейшей визуализацией, постараться сделать его многолетним, как минимум трехлетним, так как у нас бюджет на 3 года. И посмотрим, надеюсь, это даст нам, нашим жителям, возможность видеть, что мы делаем и перспективы. Дело в том, что мы на протяжении уже нескольких лет ведем работу, которая заключается в том, что мы встречаемся с населением микрорайонов. Я имею в виду депутатский корпус, как городской, так и районного совета. Причем мы как инициаторы «Единой России», вы знаете, что она очень активно ведет приемы населения. И вот когда мы ведем приемы населения в отдельных микрорайонах, мы видим комплекс проблем, которые образуются по данным микрорайонам. Я вышла к главе Щелковского района Алексею Васильевичу Валову с таким предложением провести на базе нашего депутатского корпуса, то есть Совета депутатов районного, круглый стол по перспективам развития того или иного микрорайона, для того, чтобы увидеть, как будут развиваться наши микрорайоны. Встреча дала старт целой серии заседаний, на которых планируется проводить в сходном формате обсуждение комплексного развития и других микрорайонов Щелково. На повестку дня будут также выноситься и наказы избирателей. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».